Приветствую, друзья! Кроме старшей модели ПД-6, у компании Acclaim вышел еще один ЦАП. Небольших габаритов, с популярным окошком на микросхемы, логотипом Hi-Res аудиосертификации и всего одним выходом на 3,5 мм. По уровню здесь 2 ВРМС или около 60 мВт мощности на 32 Ома нагрузки. Кабель, увы, несъемный, зато по звуку он даст фору всем остальным решениям от данной компании. Знакомимся, великолепный Acclaim PD3. Поехали! За место фирменной коробки аппарат пришел в чем-то без опознавательных знаков. В комплекте был лишь переходник на обычный USB разъем, что в принципе понятно, так как кабель тут несъемный. Из начинки мы знаем о установленном внутри флагманском чипе Cirrus Logic CS43198 и популярном Comtru CT7601. На USB. PCM поддерживается до 32 бит 384 кГц, а DSD до DSD 256. Каркас у ЦАПа металлический с 2,5D стеклом на передней и задней части. Кабель на удивление шикарный. Есть защита от перегиба, вход на позолоченном Type-C, а выход лишь на 3,5-мм разъеме. По потреблению у нас довольно скромные 0,06 ампера, но для имеющихся 60 мВт мощности примерно столько и должно было быть. Драйвер к нему идет стандартный от Comtru, а значит вы получите весь спектр возможностей, включая и ASIO интерфейс. Всему же мобильному и построенному на Linux, напомню, ничего для работы не требуется. Все измерения я проводил в 24 бита 96 кГц на АЦП и Ванда Космос. В результате получил прекрасную кривую АЧХ, шумы на минус 156 дБ, высокий динамический диапазон и гармонические искажения на уровне минус 126 дБ, что составляет всего 0,008%. Интермодуляционные искажения находятся на минус 123 дБ, то есть технически все просто превосходно. На слух Acclaim PD3 выдает живое объемное звучание с великолепной четкостью, разрешением и вовлеченностью в материал. Да, это еще не Litshoe DT03, но убедительно к тому стремится. Если вы любите джаз, симфоническую музыку, что-то вокальное или текстурно ориентированное, это точно ваш выбор. Не менее хорош он и для мониторинга с длительными игровыми сессиями. Характер у PD3 чуть ли не ламповый, с приятной слуху аналоговой теплотой, жирком, насыщенностью и тембральной глубиной. При этом динамика, артикуляция и мелодическая составляющая тут тоже почти идеальные. Признаюсь, именно так я хотел, чтобы звучал старший PD6, который зачем-то сделали нейтральным. Хорошо, хоть с PD3 дали возможность реально насладиться музыкой. Да, сильно в техничность девайс не уходит, и к разделению при желании можно докопаться. Однако поет он так, что буквально забываешь дышать. В своем сегменте даже близко ничего похожего нет. В основном все нейтральное, хлипкое и до гранулярности резкое. Здесь же и приятная музыкальность, и масштаб, и адекватное разрешение, и неплохие скоростные показатели с голографичностью. Бас глубокий, насыщенный, серединка живая, сочная, очень выразительная и по-аналоговому притягательная, как и верха, которые здесь лишь дополняют инструменты средних частот и, конечно, насыщают грув различными перкуссионными узорами. Это максимально естественное и привлекательное по своей природе звучание, что я только слышал за плюс-минус 3000 рублей. То есть, ну, друзья, полнейший восторг.
При этом все предельно гармонично и комфортно, словно домашние тапочки. После тестирования целой кучи нейтральных по своему характеру ЦАПов, я наконец-то отдыхал и буквально растворялся в музыке. А Claim PD3 – это точно про эмоции, красоту построения звуковых пейзажей, передачу оттенков и полное погружение в материал. Если вам не нужен мощный балансный выход, это просто, друзья, маленький шедевр. Особенно поражает имеющийся здесь тембральный объем, масштаб и уровень выразительности. Звучит он словно хороший стационарный комбайн. Ну и нет ничего лишнего, типа экрана, кнопок и прочей ерунды. Из наушников к нему можно взять не только что-то недорогое, но и модели за $200 и выше. Он их, поверьте, и раскачает, и полностью раскроет. Итогом мобильный ЦАП Claim PD3 достойно выглядит, имеет неплохой выходной уровень в 2 ВРМС, 60 мВт мощности, низкое энергопотребление, чуть ли не гениальные измерения и максимально располагающее к себе звучание. Сочное, объемное, довольно выразительное, очень мелодичное и предельно эмоциональное. Из тех редких случаев, когда от звука ну просто невозможно оторваться. Комфорт и гармония тут тоже просто зашкаливают. Если судить лишь по звуку, то я бы поставил PD3 выше старших PD5 и PD6. При этом все у него хорошо с разрешением, динамикой и построением пространства сцены в глубину. Если хочется что-то певучее и не нужен выход на 4,4 мм, то PD3 – великолепный выбор. Настолько насыщенно и музыкально в данном сегменте, по-моему, ничего больше не звучит. Однозначно рекомендую. А у меня на этом все. Это был мобильный ЦАП Claim PD3. Не забывайте, что у нас есть группы ВКонтакте и Телеграме. На них обязательно нужно подписаться. Всем, друзья, добра!